Всем привет! Сегодня у меня голубцы, но не обычные, с пшеном. Постный вариант подойдет для тех, кто постится или любит легкую пищу. Готовлю я их из китайской капусты, которая делает их особенно мягкими и нежными. А начинка из пшеной крупы делает их питательными и по-особенному вкусными. Пшено я предварительно хорошо промыла, залью его кипятком. На 1 стакан крупы необходимо брать 2 стакана воды. Добавлю столовую ложку масла растительного, перемешаю. Доведу до кипения. Огонь отключу, накрою крышкой, укрою полотенцем, дам крупе настояться. Тем временем займусь овощами. Лук я мелко порежу. Морковь натру на крупной терке. Овощи буду тушить на небольшом огне на сковородке с разогретым растительным маслом. В конце, когда овощи станут мягкими, добавлю мелко нарубленный чеснок, паприку, карри, черный молотый перец, посолю по вкусу, все перемешаю. Овощи добавлю к набухшему пшену. Все тщательно перемешиваю, и начинка готова. Для соуса необходимо обжарить на сухой сковороде 3 столовые ложки муки. Делаю это на небольшом огне, постоянно помешивая, до слегка коричневого цвета. Муке дам остыть, а затем буду постепенно разводить ее водой до получения желаемой консистенции. Добавлю томатную пасту, соль, специи по желанию, все хорошо перемешаю. Капусту я предварительно промыла, отрежу нижнюю часть. Верхние листья удалю. Капусту разберу на листочки. Из самых крупных буду формировать голубцы. Толстую жесткую часть листа нужно отбить молотком, или можно это сделать с помощью ручки ножа. На подготовленный капустный лист положу немного фарша, заверну его, подвернув края. Подготовленные голубцы плотно уложу в форму для запекания, предварительно смазанную растительным маслом. Залью подготовленным соусом. Отправлю выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку минут на 30-40. Голубцы готовы, их осталось лишь посыпать свежей зеленью. Голубцы получаются очень аппетитными, питательными и вкусными. Надеюсь, что и вам понравится этот рецепт. Мне остается вам пожелать приятного аппетита, всего самого доброго и до новых встреч на видео.